Салам алейкум всем. Представьте себе. Летим из Москвы. В 9 утра должны были вылететь. Рейс задержали. Фаридун с 9 утра до 5 вечера ждал, когда самолет вылетит. Задержка была. Сейчас мы в аэропорту Астаны. Вот. До 5 утра теперь ждем, когда начнется наш рейс до Атырау. Представьте себе, он 24 часа проводит на дороге. Просто 24 часа. И пока есть время немножко, да, он гоняет вес в аэропорту. Это коридор между внутренними и международными вылетами.